И переправиться через нее? Да. Это настоящая река. И до нее далеко идти. Да, далеко. Тогда зря вы рассказали людям насчет камней. Теперь людям тяжело. Надо было как-то выкрутиться, придумать чего-нибудь. Почему? Потому что не все людям надо знать. Так им легче. В военном деле часто случается так, что нельзя говорить правду. Но если есть хоть малейшая возможность сказать ее, то ее надо сказать. Это рассуждение. А людям тяжело идти. Из-за этих камней помирать никому не охота. И муки такие принимать тоже. Зато люди знают правду. А правда это воевать за них будет? Стрелять из пулемета будет? Видите ли, если человек идет со мной, не зная правды, то в трудную минуту я не смогу на него рассчитывать. А если, зная все, он остается со мной, то останется со мной до конца.